30 тысяч городских деревьев приведут в порядок к концу марта. Работники садово-паркового хозяйства вырубают сухостои и формируют кроны. Модельную стрижку в виде шаров, кубов и конусов садовники сделают 4 тысячам деревьев. Еще у 26 тысяч обрежут высохшие и сломанные ветви. Это необходимо не только для эстетичного вида, но и для здоровья побегов. Работы должны быть выполнены до образования почек, то есть до конца марта. Ближе к лету начнется высадка новых деревьев.